довольны, отщепенец хочет удивить сфотинеройство. Только вряд ли понимает, сколько задал нам сейчас работы. Здесь же все-таки посольство, если за свои права не биться, не поможет виза за границу. Может, мы чуть-чуть и перегнули, но ведь это только потому, что вы уже 7 июля. Какого черта их сюда несет? Но лишь на Запад попадет он сразу доблестный круг. Политики и пресса на порог не поберут, позабыв про наш нелегкий труд. Вы женаты? Да. У вас дети есть? Да. Они едут с вами? В данный момент нет. Вы шахматист? Да. Хорошо играете? Да! Здесь написано, что он чемпион мира. Со вчерашнего дня? Ну, все равно неплохо. Благодарю вас. Если не назначен консул встречу, то о ней не может быть и речи. Вам принять придется во внимание то, что у него серьезный график продвижения дела мира и взаимопонимания. Все, кому не мется две реницы, нелегально брутся за границу. Если так пойдет, то несомненно скоро из России все уедут. Что это вообще за прихоть? Какого черта?